Как вас слушает? Ну, не совсем, не совсем. Охрана уже ближе. Молодой человек. Отлично. Вот это правильный ответ. Спасибо. Да. А на самом деле, военные цели, для военных цели были, для караульной службы, для границ, для заграничного, пограничных начальства. Как раз то, что сказала Надежда, то, что рассказывала Елена Галина. Все это верно. Дальше у нас только тоже будет еще один вопрос. Что за порода? В каком году было признано как раз порода уже национальной? То есть уже по миру ее признали национальной. Тоже вариант ответа будет у меня 85-й, 99-й, 2003-й и 2015-й. Вот, да, Женя. Ты не заделал 9-й, все правильно. Спасибо, Вероника, Вероника победила. Так, Серёжа? Да, если говорить, подошли как-то в школе, погладить пульс, второго результата, они что-то сливали, то успешно, они раскрасили. Ну, порог, их 99-й, наконец-то, да, это национальный порог. Ребята, ну давайте последний вопрос такой будет у меня. Какими особенностями породы, признать вообще вот какие-то особенности, как раз то, что нам рассказывает вот здесь, как раз, давайте. Два прекрасных подарка.